Продолжение темы театрального искусства. Блеснуть на сцене республиканского международного конкурса готовятся и юные воспитанники театрального кружка, что работает во Дворце школьников. Ребята, которые мечтают стать актерами, познают здесь азы профессии и уже имеют за плечами маленькие победы. А поездка на конкурс, уверены участники, откроет новые возможности и путь к большой сцене. Спектакль под названием «Ковчег» совсем скоро будет представлен на сцене Южной столицы. Позади у ребят десятки репетиций, выбор костюмов и ожидания. Спектакль по мотивам произведения кустанайского писателя выбран не случайно. Оно поучительно не только для детей, но и взрослой аудитории, уверены преподаватели. В основе спектакля – дружба и милосердие друг к другу. Как только открылся дворец школьников и Кустанай, сразу подала свое резюме. Поэтому здесь я работаю с ноября месяца. Вот. И мы готовимся к международному конкурсу, который будет проходить в городе Алматы. Это второй конкурс. Нам есть куда стремиться, чему учиться. И детей я своих очень люблю. Тем, кто пришел в театр, вообще в актерское мастерство, в театральной студии, это особенные дети, я всегда говорю, дети-универсалы. И тот, кто остается здесь, они уже не пропадут в жизни. Они будут и социализированы, и адаптированы, и у них доброта движет ими. У нас даже свой чат называется «Театральная семья». И мы очень дружны, невзирая на то, что мы недавно созданы. Дети между собой очень подружились. Мы вместе дурачимся и ходим на какие-то мероприятия вместе, что сближает. Устраиваем чаепития и дискуссии. Сая Максат-Кызы в кружке всего месяц. Но за это короткое время, говорит, весь коллектив стал настоящей семьей. Девушка учится перевоплощаться и принимать любой сценический образ. Наше ежедневное занятие сперва начинается с того, что мы изучаем сценарии. Нам говорят, что, как надо, как читать. Потом мы можем пойти на сцену и тут уже все, как обычно, порепетировать. Я выбрала именно этот кружок, потому что всегда хотела попробовать именно это творческое дело, и мне все нравится. Написать сценарий и поставить спектакль на сцене уже не мечта, почти работа для тех, кто изучает здесь режиссерское дело. Под руководством опытных преподавателей юные воспитанники учатся писать, снимать, ловить действительность и создавать свои миры. Мы изучаем, что такое этюд, сценическая речь, сценическое движение. Направления у нас есть театр и кино, то есть это два разных направления. Мы учимся создавать маленькие сценарии, то есть из басен, по мотивам басен переписываем сценарии. Мы учимся наблюдать за людьми и потом воплощать их на сцене. Своих детей, свою группу я хочу научить именно видеть какие-то детали в этой жизни, тонкости, быть дружными, любить свое дело. 15-летний Чингисхан Гурьянов в кружке самого открытия и уже имеет кое-какой опыт. Написать сценарий и раздать роли еще не все, делится юноша. Задача режиссера – увидеть все и контролировать процесс каждую минуту. Занимаюсь тут с самого открытия, как только открылось режиссерское мастерство. Пошла к этому, потому что всегда хотел этого. Как бы сам по себе такая душа, то есть, что смотрю на мир как кино. В первую очередь режиссер – это актер. То есть он должен понимать все эти тонкости, чтобы быть профессионалом. До международного конкурса у ребят осталось меньше месяца. Основная работа уже позади. Осталось еще несколько штрихов. Ребята с нетерпением ожидают поездку. Ведь это не только возможность показать себя, но и шанс получить новый опыт. Гульзада Ишуакова, Родион Бабич, телеканал «Кустанай».